Звуки ремонта в участковой больнице Солнечнодольска слышны с декабря. Рабочие сняли старую стяжку, завершают демонтаж стен. Преображают медучреждение благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Общая площадь данного объекта 4173 квадратных метра. Сроки исполнения работ у нас до 2024 года, но мы планируем закончить раньше. Второй, четвертый этаж мы уже начали прокладку электричества, также сантехнических коммуникаций уже проложены. Ну, как бы все в работе, все хорошо. А это все, что осталось от детского отделения. Яркие стены, цветочки, персонажи из мультиков. Все, чтобы мальчишкам и девчонкам не было скучно и страшно. Конечно, жаль прощаться с этим творчеством, но обещают сделать еще лучше. До ремонта в больнице было развернуто больше сотни коек. Функционировали педиатрическое, терапевтическое, хирургическое отделение, а также гинекология и паллиативная медицина. Мы хотим не только сделать ремонт в тех отделениях, которые были, которые, как бы, мы надеемся, что вернутся к нам, но и отделение, которое у нас на четвертом этаже, полностью перевести на второй этаж. Это отделение оказания паллиативной медицинской помощи. На время ремонта пациентов перевели в другие медучреждения из Обильнинского округа. Тех, кому не нужно круглосуточное наблюдение, направили в поликлинику. А это раньше было отделение патологии беременности. В каждой из палат лежали женщины на разных сроках беременности. И это показано рисунками на стенах. Здесь первые месяцы цветочки только пробиваются. А в этой палате второй триместр цветник разрастается. На последних сроках можно увидеть вот такие картины. Здесь уже целое дерево жизни. Увидеть в больнице галерею – находка. Поэтому уже с новым ремонтом творческий полет администрации специалистов Солнечнодольской больницы продолжится. Обновленные стены будут украшать работы ставропольских художников. На это надеются Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.